И войди в мою жизнь. И войди в мою жизнь. Я посвящаю свою жизнь тебе. Я посвящаю свою жизнь тебе. Аминь. Аминь. Теперь принимайте просто молитву. Господь, во имя Иисуса Христа, пусть Твои Божьи ангелы и херувимы, они служат нашему брату, пусть Твоя абсолютная ограда и защита, она будет над духом, душой и телом, Господь. Пусть Твои Божьи ангелы, они постоянно, Господь, несут его на руках, Господь. Пусть ни одно орудие, сделанное против него, оно не будет успешным во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть Божья сила и слава, они пребудут над ним во имя Иисуса Христа, Господь. Мы проклинаем и разрушаем всякий демонический контроль. Мы разрушаем всякие отрицательные слова, всякие планы дьявола, всякое колдовство. Мы разрушаем всякие атаки противника на него во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть Божьи ангелы ополчатся постоянно, особенно когда будет сложная ситуация, Господь. Просто на руках, Господь, пронеси его сквозь все неурядицы, сквозь все испытания, Господь. Чтобы он выдержал все, Господь, честью во имя Иисуса Христа. И пусть Божья благодать на благодать да пребудет над нашим братом во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть Твое божественное могущество, оно будет взявлено над ним во имя Иисуса Христа, Отец. Мы ставим печать этих ангелов и херувимов. Пусть они служат и ведут его вперед, Господь, во имя Иисуса Христа. Никакая тьма да не приблизится, никакой осколок, растяжка, мина, пуля или что-либо еще не причинит никакого вреда, Господь. Как Ты сказал в Слове Твоем, падут подле него 1000 и 10 000 одесную его, но к нему не приблизится, только смотреть будет глаза своими и видеть возмездие нечестивым. Пусть по этому слову Твоему, которое написано в Твоем Святом Писании, будет явлено его будущее, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за это, пастырь наш добрый. Спасибо Тебе за это, Отец Небесный. Мы благословляем Святое Имя Твое, Господь. Аминь. Аминь.